Уважаемые работники химической отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником. Для Череповца это очень значимое событие, потому что Череповец, как крупный промышленный центр, во многом зависит от успешной, стабильной работы химических предприятий. Вы своим трудом доказываете, что вы являетесь мировыми лидерами химической сферы и ежегодно увеличиваете объемы производства, совершенствуете качество производимой продукции, боретесь с конкурентами за себестоимость, и вы добиваетесь очень значимых результатов. Именно вы являетесь лидерами в химической отрасли по эффективности производства, и в условиях кризиса это очень многое значит. Выражаю огромную благодарность ветеранам, тем людям, которые сформировали трудовые династии, отношение к производству, сформировали технологические подходы и наработали лучшие практики. Именно вы являетесь теми людьми, которые определили основу развития химической индустрии в нашем городе. Спасибо вам большое за ваш вклад в развитие химических предприятий. В эти замечательные майские дни желаю вам яркого, хорошего праздничного настроения, всего вам самого доброго, мира и любви, счастья и благополучия вам и вашим семьям.